Почти треть денежных средств по краевой адресной инвестиционной программе в следующем году направят в сферу образования. Она получит 3,5 миллиарда рублей – наибольший объем. Об этом чиновники заявили на специальном совещании при губернаторе края, где подробно обсудили главные финансовые вложения 2019 года. Строительство 20 объектов образования, реконструкция зданий, капитальный ремонт 197 объектов образования, подготовка проектно-сметной документации 13 объектов, приобретение, выкуп помещений для детских садов, для размещения общежитий краевых образовательных организаций. Всего на реализацию инвестиционных программ заложено 9 миллиардов рублей. Большая часть средств из бюджета края. 200 миллионов получит здравоохранение региона. На эти средства планируется отремонтировать противотуберкулезный диспансер, построить 8 ФАПов в селах. Почти 2 миллиарда рублей пойдут на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в частности молодых семей и детей-сирот. 800 миллионов из этих средств в рамках развития сельских территорий, кстати, это в 17 раз больше, чем в уходящем году. В целом, краевые адресные инвестиционные программы насчитывают 228 проектов. 150 из них планируют завершить уже к концу 2019 года.